Очень простое, вкусное и сытное блюдо. Ежики получаются нежные и ароматные. Рецепт подкупает тем, что рис предварительно варить не нужно. Попробуйте, вам точно понравится. Ежики – самые любимые котлетки с детства. Их можно приготовить из мяса, курицы, рыбы. Они тушатся на плите, запекаются в духовке. Хочу вам рассказать, как приготовить рыбные ежики. Это необыкновенно вкусное и полезное блюдо. Понравится как взрослым, так и детям. Такие ежики отлично сочетаются с любым гарниром. Приготовьте это простое блюдо и убедитесь в его великолепном вкусе. Подготовьте ингредиенты. Рыбу промойте, выпотрошите, сделайте филе. Нарежьте кусочками рыбу и лук. Рыбу и лук пропустите через мясорубку. Перемешайте, добавьте нарезанную зелень. Сформируйте котлетки. Обжарьте на сковороде с добавлением масла с двух сторон до золотистой корочки. Выложите в кастрюлю. Сметану размешайте с таким же количеством воды, немного посолите, влейте в кастрюлю. Поставьте на огонь, доведите до кипения, тушите на медленном огне 30 минут. Рыбные ежики готовы. Приятного аппетита!